Thanks. Let me take a closer. I like this. Слышь, я ничего тут не говорил. А зря. Окей, часов до 6 до 7 будет тогда Desperados 3. Desperados 3. Так, секунду. Итак, что у нас плохого? Загрузить мост через Орлиную реку. Пипец, на самом деле. Нет. Кругом хоть одной без духов. Ое! Ое! Так, у нас тут большая проблема, на самом деле. Пора сплюнуть. Тихо, вернись. Они меня не остановят. Как отменить-то её? Давай, пока. Включить режим побоища. Shift. Backspace. Проблема в том, что я здесь прорваться не могу. Соответственно, надо идти что-то делать. Соответственно, надо что-то думать. В принципе... Пипец. Человек-плащ. Черный плащ. Вообще, в принципе, можно отсюда сваливать. Потому что по-хорошему мне надо как-то отвлекать отсюда. Срывайте все к чертям! Я, кстати, могу вот эту штуку уронить. Опять не получилось, босс. Да вы издеваетесь, что ли? Тележку уронить. Пока не рухнет занавес. Подожди-ка. Да причем если это, там труп убьет просто тупо. Эй! Странно. Босс, взрывайте, хватит тянуть. Все здесь палят, что ли? Интересно просто сейчас. Вот этого чувака очень тяжело вышибать. Я вообще не знаю, что с ним делать. Да, уже бегу. Как вариант. Минус. Минус трое сразу. Как же так вещь-то там? Ага, сейчас. Мать честная. А мне что делать? Просто в голове не падает.
Случайность, товарищ, случайность. Короче, надо разворачиваться. Ну эти-то пофиг. Ах, ладно, давайте плюнем пока этого на эту хотя. Опять не получилось, босс. Да вы издеваетесь, что ли? Просто мне нужно убрать вот этих двоих. Причем надо как-то еще аккуратно убрать вот этих. Причем надо сваливать отсюда нахрен. Я потом вернусь сюда и подумаю над этим. Пригодится, спасибо. Ой. Так, 5 из 5. Держимся плана. Мой этого максимум. Мы остановим это. Мы одни против всего света. Один момент. Как угодно. Идем, идем. Я тут подумала. Пойдем. Прократься в каморку на плаща просто так не убить. Чтобы его убить, нужно, чтобы один человек выстрелил, а второй зарезал. То есть я не могу прократься в каморку, я тебе объясню почему. Сейчас. Видишь? Раз. Два. То есть два полных. И отвлечь их просто так не получится слишком далеко. И толпа народу здесь. Короче, я еще подумаю над тем, что здесь сделать. Корень наших проблем. Момент истины. Все или ничего. Женщина палится от плаща, да. Так, подсказка. Ударный взрыватель. Держимся плана. Да. Слушай, ну-ка F5. Стоп, а ну-ка пошли обратно. Слушай, а может быть ларчик-то быстро от... Слушайте. Ладно, сейчас взорвутся пусть. Я что-то не додумался. Все готово, босс. Отлично! Все назад! Все будет в лучшем виде, босс. Я уверен. Взрывайте все к чертям! Будь оно все неладно. Опять не получилось, босс. Сейчас. Так. Спасибо за помощь. Все это принадлежит компании Демид. Чего неприятности? Иду. Все свое ношу с собой. А-а-а. А. Подожди. Сейчас. А
Или когда готово можно. Не понимаю. Знаю. Вроде он попадает по динамиту, видишь? Динамит наготов. Вы слышали? Все в укрытие. Нет. Подожди. Сейчас. Я бы пока не беспокоился. Готовы. Динамит наготове. Вы слышали? Все в укрытие! Ты бессмертный! Они тут. Я понял, что надо сделать. Неправильно. Стоп. Где там сейвы у меня? Слишком поздно, да? Да. Блин, ладно. Пофиг. Стой здесь пока. Не уверен, что на это можно положиться. Что, у нас новый план? Иду. Да, блин, затрало. Да, двое стреляют один. Я про рычаг чуть не подумал. Хорошо. Динамит наготове. Придется переждать. Блин, ларчик-то просто открывался. Я что-то мучился и не допер. Прикольно. Только скажите, босс. Взрывайте, хватит кино. Давайте еще раз. Да. Но я тогда уже к этому времени, к этому месту, я уже стримил 9 часов, и я уже совсем никакой был. О, какие страсти. Да. Держимся плана. Надо было динамит с собой брать. Бью без промаха. Чую неприятность. Чем могу помочь? Иногда жестокость звучит несложно. Сейчас они уйдут. Холодно тут. Вот и славно. Надо дождаться нужного момента. Он повернулся. Нет. Неправильно. Только скажите, босс. Взрывайте, хватит тянуть. Ладно, попасть в нужный момент. Всё. Не помог, босс. Вот ведь упрямый булыжник. Давайте ещё раз. Я всё внимание. До самого конца. Сегодня я с вами. Бью без промаха. Чую неприятность. Пойдемте. Изящный и незаметный. Не время расслабляться. Все это моя гордость. Понял. Так. Что? Я выпал случайно. Спокойно. Только скажите, босс. Взрывайте, хватит тянуть. Слушаю. Бедные мои уши. Взрыв не помог, босс. Вот ведь упрямый булыжник.
Давайте еще раз. Мне нравится то, что я слышу. Будет помочь. Да, блин. Ты совсем меня не бесишь. Только скажите, босс. Взрывайте, хватит тянуть. Так что, продолжим? Ну, начнем. Бедные мои уши. Взрыв не помог, босс. Вот ведь упрямый булык. Давайте еще раз. Обо мне не беспокойтесь. Сейчас он зайдет. Да, уже бегу. Итак, за дядю Йена. Так, сели. Shift. Иногда жестокость не отходит. Я не промажу. Чую неприятно. Прости. Она взорвать и будет. Смена почти закончилась. Тихо. Они разворачиваются. Этих двоих главное потом снять тихо. Вернись. Все готово, босс. Все назад. Вот этот чувак нижний шарится. Все будет в лучшем виде, босс. Я уверен. Будь это все неладно. Опять не получилось, босс. Но он здесь ходит, как ты его проследишь-то, родной. А ну еще! Нет. Она не умеет вязать. А, он ее палит в кустах. Ясно. Ни черта, ты не понял, ладно, хрен с тобой. Квенти, нельзя, все, окей? Его надо будет потом быстро вырубить. Надо ждать, пока он второй раз повернется, и нижнего вырубать очень быстро, но, скорее всего, будет она заниматься этим. Он ее палит. Хотя о чем это я? У меня их полно. Вообще не проблема. Подожди-ка. Все готово, босс. Отлично. Так, стоп. Первый. Сам себя всегда работает. Иду. Сколько далеко? Раз. Клиент, моя гордость. Два. Иду. Тут холодно. Изящный и незаметный. Как нечего делать. Все готово, босс. Отлично. Все назад.
А, неправильно. Сейчас. Просто если я его отвлеку, хорошо, а кто этим будет заниматься? Этот постоянно палится. Либо этим, либо этим. Смысла не имеет. Здесь я не размещу никак. В принципе, подожди. Сейчас будет шум. Сейчас. Секунду. Взрывайте все к чертям! Взорвем эту штуковину. Будь оно все неладно. Опять не получилось, босс. Да вы издеваетесь? Просто на этот мостик я никак не заберусь. Ну только бабы. А баба... смысла в этом нет. Сейчас. Так. Думать надо. Еще тревогу нельзя вызывать, на самом деле. Куда? Это нормально. Так, backspace. Ну ладно. Все путем. Так, если мы делаем shift. F. Сейчас будет шумно. А ты не достаешь, да? Ты достаешь. F. Старый, новый. G. Все второй. Бежит компании Дэвид. Бью без промаха. Посмотрим. Ну и сколько план Б? Да-да. Все готово, босс. Отлично! Все назад! Но надо бы еще добежать. Все будет в лучшем виде, босс. Я уверен. Взрывайте все к чертям! Будь оно все неладно. Чем? Опять не получилось, босс. Да вы издеваетесь, что ли? А ну еще! О, бардак, а? Они подходят сюда. Получилось.
не так, как я рассчитывал, но получилось. У меня еще много чего интересного. Как скажешь, сладкий. Ух, прохладное нынче утро. У тебя сейчас есть свободное время? Да, да, рабочий, я слушаю. Ну, попал же. Mm-hmm. Вот этих троих можно разом убрать. Там еще два патрона лежит. Спокойно. Слушай, ну тут что? Там что-то. Да что ты делаешь? Какой ажиотаж. Чаровница к вашим услугам. Я включу в тени, дорогуша. Ну ничего себе. Ух. Прохладная нынче утро. А вот и славно. А вот смотрю я на тебя. Это зачем патроны тратить? Что такое? Все помнят, что делать. У тебя сейчас есть свободное время? Скажешь, сладкое? Так. Идем, идем. Тихо. Что вам нравилось? Да-да, конечно. Все, что пожелаю. Не успеют. Раз. Дорога сквозь лад. Смотрите, поторопимся. Ну что вы, моя прелесть. Я тут весь день сладкий. Прямо по самому дорогому. Они меня не остановят. Хорош. Все это принадлежит компании. Боже, не двигайся. Мост сам. Даже патрон не потратил. О, охренеть. Вот тут стрельба у женщины, да-да-да-да-да. В сравнении с командой Стегра лучше, но она более развитая. Я не могу сказать лучше, управление тут намного-намного лучше, кстати. Прям намного-намного-намного лучше, чем в первых командах, конечно. Да не только в первых. Вот, но это по сути команда в ковбойском стиле, но куда более развитый. Так, 88. Пойдем поднимемся, заберем снайперские патроны. Главное, чтобы рабочие нас не заметили. Обо мне не беспокойтесь. Не смотрите. Я тут. Все, я готова. Видишь, как туда пройти? А? Вот и я не вижу. А, понял. Сегодня я с вами. Сейчас патроны заберу. Слушайте, ну это прям геморрой. Но я успел взорвать всех, это было прикольно достаточно. То есть единая работа и гора трупов. Это прям было круто. Посмотрим. Сейчас я его. Ну это я сейчас играю на максимальной сложности, кстати. Обыскать труп босса, в смысле. Возражение этого хватит. Так, динамит у нас есть. Пора возвращаться на мост. В принципе, патроны есть. Я это вообще могу не трогать. И мне лень. Нет, взломщик. Вот сюда сложить динамит, наверное. Мне интересно, подождите, сейчас. Мы неплохо сработались. Что? Скажите. Я бы не спешил с выводами вниз. Куда он пошел? Ладно вам, мистер Купер. Мы вместе против всего мира. Когда все это закончится, вы останетесь одна в безопасности на своем ранчо. Так. Да, я тоже об этом понял. Пипец. Просто по-хорошему я могу совершенно спокойно взрывать мест, мост. Там чувака в плаще... А, вот он.
Сейчас будем думать. Я не хочу возиться с оружием, какими-то дополнительными целями, они нафиг не нужны. Задача взорвать мост, взрывай мост. Так. Все путем. А, у тебя динамит. Тут холодно. А я могу динамит передать? Блин, сейчас. Капа, у меня сейф. Скажите. Я бы не спешил с выводами, мисс. Вот здесь. Что на это можно положиться? Не парни динамит. Я просто думаю, кем динамит брать, не снайпером же. Так, кем мы берем динамит? Женщины, наверное. Сейчас я думаю, кем брать динамит, кем брать динамит. Ни хрена себе. Первый слой. Да я думаю. У них есть караулков, которые 6 человек. Каких полезных хреновин? Так, вроде нет. Есть здание, в которое можно заныкаться. Короче, пофиг, кем брать динамит, защищает надо всю территорию. Нашел. Раз за работу. Ой. Пусть она заложит динамит, нафиг. Будет смешно. Не время расслабляться. Сколько шороху от этих маленьких игрушек. Так, динамит у нас есть. Пора возвращаться на мост. Все или ничего? Окей. Будет по-моему. А мы неплохо сработались. Да. Я бы не спешил с выводами, мисс. Да ладно вам, мистер Купер. Мы вместе против всего мира. Когда все это закончится, вы останетесь одна в безопасности на своем ранчо. Стоит ли сюда лезть, интересно? По-моему, не стоит, потому что здесь два снайперских патрона, два обычных патрона, и все. Тут два снайперских патрона, вообще в помещении. Ну, то есть это все очень мило, но насколько мне это надо. Так, ну давайте попробуем. Ох, и покажем мы Дэвиду. А, вот того товарища надо точно. Ты вообще как видишь? Скажите, Макой, а вы уверены, что попадете по фитилю с такого расстояния? Смотрите и учитесь, мистер Купер. Thank you.
Надо проследить за тем, как видит плащ, потому что это критически важный момент. Так. Ну, скажем, да. У него неровный взгляд, но он все равно будет палить. Стол не видит. Все, я понял. Женщина. Иди отвлекай его. Прелестно. Если ее видит вот тот чувак, вот этот плащ, ее палят. Ну, естественно, если она там убивает кого-то, вижу по ней. Они меня не остановят. Может быть, удастся двоих заманить. Чаровница какая, я тут подумала. Тебе еще как могу помочь. Так, а вопрос? С тебя никак. У меня еще много чего интересного. Ха, как скажешь, сладко. Прохладное нынче утро. Вот это место, это площадка, откуда можно уже работать дальше. Главное. Главное поймать вот эту патрульную. Какой у тебя голосок чудесный. Если я правильно понимаю. Кто там на свете зажился? Вот в этом месте. Вот смотрю я на тебя. Да-да, конечно. Все, что пожелаю. Скажи-ка мне. Я бы весь день с тобой проболтал. Блин. Геморрой. Спасибо. Ну что, моя прелесть. Да, я слушаю. Не существует момента. Тут круто, на самом деле, что не существует моментального способа убийства. То есть... Штука в том, что если я буду резать, то он будет какое-то время падать. И пока он падает, его увидят. У тебя сейчас есть свободное время? Да, я слушаю. Я в целом... Что, нравлюсь? Не вопрос, милочка. Дай мне пару секунд. У меня еще много чего интересного. Я весь внимание, солнце. Так, и в пятушка. У меня их еду. Как пусть отдохнет. А ну что, моя прелесть. Я тут весь день, сладко. Всегда срабатывает. Чем могу помочь? Один момент. Ну ладно. Тихо. Ничего, я дотащу. Все. Тащи туда. Поняла. Сегодня я с вами. Она не умеет вязать. Новый план. Тихо. Все, связал. А, теперь этого не палят. Так, теперь ты. Надо было одеться потеплее. Пятушком. Ну, посмотрим. Нехило они тут развернулись. Ну, начнем. Стоп. Слушаю, все будут смотреть. Разрешите поинтересоваться? Да. Я тебе еще как могу помочь? Спокойно. Все это принадлежит компании Дэвид. У меня еще много чего интересного. Я бы весь день с тобой проболтал.
Ее вообще никто не парит больше. Вижу, отлично. Скажи-ка мне. У тебя сейчас есть свободное время? Я тут весь день сладко путем. Все. Вперед. Есть. А может, нам? Я весь внимание, сладкое. Как считаете? Я знаю. Да, я слушаю. Не связывайтесь с дамой. Иди-ка сюда. Держимся плана. Возражений не имею. Тихо. Задача, пока плащ ходит, аккуратненько снять тут всех. Задача ни хрена нет, реально. Он их не видит практически, вот в самом конце. Соответственно, он разворачивается. Сейчас проверим. Хватит валять дурака. Звучит несложно. Я включу все. Эй, солнышко. Ну ничего себе. Пора взрывать. Дорога сквозь. Стоп. Смотрю я на тебя. Какой извратный голосок чудесный. Как угодно. Я тут. Клиент все. Ну что, у меня прелесть. Как скажешь, сладкая. Клиенту не приходится. Спасибо за помощь. Отойди. Давай как-нибудь повторим. Так нечестно. Мне нравится то, что я слышу. Черт. Так. От духов очень быстро все приходит. Я не успею убить. Хотя, может, и успею. Не, все внимание. Пока не рухнет занавес. Устроим он ад по моей команде. Так, сейчас этот придурок еще раз пройдет. А, она отсюда палится. Все проверим. Обо мне не беспокойтесь. Да, она палится. Хватит валять дурака. Как нечего делать? Нет, тут мина. Ждем только вас. Будет по-моему. Стоять! На чеку. Все. Вперед. Чего неприятности? Тихо. Да твою мать! А как вы увидели? Если бы этот поезд не пришел, мост сам себя не взорвет.
Надо было динамит с собой брать. Ох, и покажем мы Девиту. Мне нравится то, что я слышу. Пусть обчихаются. Держи-ка. Да. А что-то не сработал-то. Так. Я тут подумала, не время расслабляться. Сначала динамит, потом мост. Да, я тоже об этом подумал. Кого убрать? Все сделаем сейчас или нет? Слушай, а пацан, что в том сарае, хотела бы я знать? Похоже на склад. А куда ты пошел? Тупая баба. Сначала динамит, потом мост. Устроен заранее, извини, по моей. Звучит несложно. Сделаем все. Ну, начнем. Да, соглашусь. Идеально. Если бы этот поезд не пришел. На паузе на максимальной сложности не работает. Паузы нет. То есть паузы нет. Даже режим планирования здесь работает без паузы. Так. Я теперь как бы трупы убрать. Хватит валять дурака. Да, уже бегу. Ты же обычный стрелок. Что в том сарае, хотела бы я знать? Похоже на склад. Возможно, там есть чем поживиться. Да, через пару минут тут все обратится в прах и пепел. Если мы найдем там динамит, я рассержусь. О, ну да. Представление продолжается. Прелестно. Один раз. Нет тут никого. Только что ведь тут был. Пора взрывать. Эй, ты где? Смотрите и учите. Держимся плана. Ну тут что? Эй, ты где? Ну и ладно, чем вас совсем? Чем могу помочь? Оставьте это мне. Будет по-моему. Хватило одного взгляда. Как насчет где-нибудь уединиться? Лечу за тобой, крошка. Кто там на свете зажился? Главное подобраться поближе. Сколько нам еще ждать? Тяжело, да? Иду. Становится тяжко. Тихо. Пауза нет, синхронизирую действия, может, все равно. Ну, так я стараюсь. Это горят трупов, да-да. Так. Держимся плана. Может, тут можно срезать? Нет, не там. В смысле? Клиент всегда... понятно. Сейчас его зарежем. Так, вопрос о... внимательно. Конечно. Все
это принадлежит компании Дэвид. Хм. Ладно. Проще простое. Так, теперь очень внимательно. Ох, и покажем мы Дэвиду. Иногда жестокость готова. Все путь. Вот и славно. А почему у него путь такой? Надо было одеться потеплее. Это крайне расплюнуть. Прохладное нынче утро. Вот нож и сгодится. Все. Вперед. Сейчас. Понять не могу, почему у него путь через жопу. Ей нужно выстрелить отсюда. Тогда я смогу его быстренько снять. Какой ажиотаж. Иногда, да, да. Минус плащ. Дальше ходу нет, наденька это. Так. Точно по размеру. Отлично. Отлично. На чеку. Ждем только вас. Все. Есть. Пока не руки, больше мне не унести. Главное, чтобы рабочие нас не заметили. Какие проблемы, друг? Старый и новый. Нет, подожди, не то. Торопимся. Все помнят, что делать. Я не посмотрим. Не высовываемся, к бою готов. Так, да, сейчас будет шумно. Паньк. Кому билет в преисподнюю? Ага. Так что продолжим. Мы одни против всего света. Есть. Фу. Держимся плана. Хорошая миссия. Пора за работу. Хотя я далеко не всю зачистил, но мне, честно говоря, лень. Ну и норм. О, хорошо получилось. А мы с какой стороны должны быть, интересно? Посылка доставлена. Отлично. Покажите класс, док. Предлагаю найти место, откуда будет хороший вид. Это какое место? А, у поезда. Ну, нам еще поезд очищать. Я надеялся, что боец обязательно, но я забыл про поезд. Ну, все, идем наверх. Поезд очищать надо. Я совершенно забыл. Японская кухня, да. Блин. Да, отступать надо вот в эту сторону. То есть надо вот это зачистить. И вот это зачистить. А-а-а, шоп. Ладно, поехали. Сначала зачистим север. Да, я тоже. Хотя вообще при прочих равных я могу вот отсюда танцевать. Тут плащ есть. Стрелок, охранник в пончо, охранник в пончо, громила. А, ну все. Тут, в принципе, все легко. Сам себя не взорвет. Корень наших проблем. Не время расслабляться. Я и в пятушку, правда, нажал. С моими талантами. Мне нравится то, что я слышу. Заманим их.
Только ты и я. Отлично. Главное, вижу, отлично. Кто-то сегодня зубов не досчитается. Мы остановим это. Легче, легче. Ты справишься, Кэти. Нехило они тут разбираются. Нет, она может и не в открытую. Ей нужно платье. Платье пришлось вышибать вот здесь. Я тут задолбался просто. Так. Куда отнести? Спасибо. Ничего, я дотащу. Момент истины. Первый. Взорвем эту штуковину. Сейчас или никогда? Сейчас. Ты здесь видишь? Ты видишь здесь? Значит, тебя гасим первого. Зараза. Ну, в принципе, если вы манить его сюда, то мне это хватит. Да? Да. Я вся внимание. Все или ничего? Это задел. Не вопрос. Эх, дурачу. Может, зайдешь ко мне на минутку? Лечу за тобой, крошка. Я тут. Смотрите. Давай. Ну так я. Взяли. Потопали. Есть. Ну, женщина подошла, сама хочет. Пора за работу. Тут люди, в общем, не самые умные, если ты не понял. Че два говорят, что? Нож. Да. Так, следующий придурок. Я-то готова, а вы? Ну, тут, в принципе, да. Как нечего делать? Отправлю их держить за мной. Веди меня. Не успею. Кто там на свете зажился? Извини, Славься. Сейчас не могу. Без проблем. Все. Извините, сладко, сейчас снима. Сата. Так, дальше. Стрелок. От этого надо как-то аккуратно. А, ну тут просто отлично. Куда? Поторопимся. Мы еще не закончили. Что, у нас новый план? Они меня не остановят. Так, там плаща нет. Я понял. Пам. Ну-ну. Так, четвертый номер. Подумала. О, господи. А ты даже не заметил, я даже не понял. Он даже не заметил, кто всех убило. А, это, кстати, попытка выйти в спину. Неплохо. Отвлечем их. Я тут подумала. Ну ничего ж себе. Проверяем. У меня еще много чего интересного. Я бы весь день с тобой проболтал. Как ты шутишь? Давно справился? А, дьявол. Ну, я говорю, давно. Слушаю вас внимательно. Готовы. Отправлю их в вашу сторону. Держись за мной. Отлично. Как поживать? Кто там на свете зажился? Как? Мне пора возвращаться. Тяжеловато. Устроим им ад. До самого конца. Так. Вчера в... Можно вас на минуточку? А, куда? А вот ты славно. Пойдем.
Так. Как считаете? Как скажешь, сладкая. Ладно. От меня не уйдешь! Эй, ты! Тупо. Это получилось тупо. Все. Что, нравлюсь? Ха, не вопрос, милочка. Смотрите и учитесь. Не успею. Как скажешь, сладко. Тебе сюда не надо. Почти. Ладно, будем не спешить. А может, нам? Так. Да, я слушаю. Тебя-то никто не видит. Вопрос в том, сколько видишь ты. Ща. Как считаете? Да, я слушаю. Так, да. Вот смотрю я на тебя. Ха, не вопрос, мелочь. То есть он повернется? Что, нравлюсь? Я тут весь день, сладкая. Все. Вперед. Вижу, отлично. Скажи кому. Я бы весь день с тобой проболтал. Есть. Окей. У тебя сейчас есть свободное время? Да, конечно. Так, а тебя кто идет? Ну что, моя прелесть. Как скажешь, сладкая. Нехило они тут развернулись. Да. У меня еще много чего интересного. Какой у тебя голосок чудес. Тихо. Она не выманется, да? Как считаете? Я весь внимание. Нужно умыть его сюда. Вот за столб. Это я его прикончу сейчас вот спокойно. Смотрю я на тебя. Я тут весь день, сладкая. Еще кружу. Если что, я рядом, солнышко. Привет. Я бы с радостью, крошка. Зараза. Ну-ка. Смотрите и учитесь. Посмотри сюда, дорогуша. У меня нет времени, дорогуша. Ну, хорошо. Спасибо за помощь. Что, у нас новый план? Конечно. Да. Танцуем отсюда. Плюнуть. Мой выход. А вы симпатичны. У меня есть то, что тебе нужно. Все путем. Вообще не проблема. Ну что вы, моя прелесть. Как скажешь, сладко. Обойдусь тебе смертоубийство. Взяли. Скажи-ка мне. У тебя чудесный голос. Великолепно. Ну, начнем. Дальше. Давай как-нибудь повторю. Все. Так я нечестно. А, я тот, кто тебе... Ща. Тебе нужен, детка. Эх, веселье. Ну, поезд будет самой жопой, конечно. Ну, ничего. Что, нравлюсь? Да-да, я слушаю. Что это там? На чеку. Что там на... У тебя сейчас есть свободное время? Как скажешь, сладко. Поторопимся. Сплю. Тяжеловато. Иду. У меня еще много чего интересного. Я весь внимание. Так, тебя кто видит? А может... Я бы весь день с тобой проболтал. Есть. Ладно, пойдемте.
Один момент. Все буду разрешить поинтересоваться. Ну ничего ж себе. Приколимся. Ну что вы? Извините. Ну а чё? Изи-пизи, гоин-сквизи. Так, эту часть острова поезда мы зачистили. Пора за работу. Теперь дальше. Придется целиком зачищать, что, собственно. Матерь Пресвятая Богородица. А тут не пройти, да? А-а. Тут не пройти. Вот этот плащ особенно большая неприятность. Пора. Сейчас или всегда работает. Мелочь нужна. Дай мне пару секунд. Нужно больше времени. Интересно. Ага, сейчас, аж два раза. А я могу вот так-то? Стоп, как ты это делаешь? Так, хорошо, подожди, пусть он умрет, но я должен понять, как он проходит здесь. А-а-а! Господи, я не понял этого момента. Тут туннель, оказывается, я не увидел. Заниматься не приходится. Тут оказывается туннель. Так. Как угодно. Любой каприз за ваши деньги. Ну-ка, идите сюда. Локомотив. Кто локомотив, паровоз это? Надо было динамит с собой брать. Дорога сквозь ад. Я вся внимание. Подожди, я попробую сделать так. Что, у нас новый план? Твою мать, нет. Все это принадлежит. Идите сюда. Мы еще не нет. Закончили. Да хватит грохотать. Чтобы рабочие нас не заметили. Какой ажиотаж. Мы одни против всего света. Да, да. Смотри, просто интересно, я могу втиснуться или нет? Не время расслабляться. Говно? Как нечего делать? Не время расслабляться. Так. Окручу их вокруг пальца. Держись за мной. Нет. Интересно. И
Я тут. Старый и новый. Сначала динамит, потом мост. Да, соглашусь. Тихо. Моя гордость. Чем могу помочь? Мне его легко. Мы одни против всего света. Как поживаешь? К бою готов. Ну так что? Пора. Один хорошо, а два лучше. Вообще не проблема. Как угодно. Так, хорошо. Я не промажу. Дорога сквозь ад. Я тут подумала. План Б. Один момент. Чем только заниматься? Сейчас будет шумно. Идем. Кому бегать, призванник всегда прав. Любой каприз за ваши деньги. А вот и славно. А-а-а! Как же его тогда поманить? Сейчас, секунду. О, я готов. Сейчас, конечно. Надо бы ее без промаха. Да, я тоже об этом подумал. Устроим им ад. Это крайне... Да-да. Момент. Один хорошо, а два лучше. Один быстрый, другой мертвый. Хватит, Валерий, я включу все. Блин, долбанный плащ. Держимся плана. Сейчас будет. Ну так что? Я не промажу. Иду. Хватит, Валерий. Главное, не расстраивайся. Я все сделаю. Маме просто изящно. А почему? А еще кто-то его видит, что? Ух. Вот этот козел его еще видит. Блин. Ты что, не хочешь отомстить за Джарвиса? За Дикую Марш? За Макбейна? Ты свои. Интересно. Что вы все? Найди в лесу. Любит игра прикалываться, конечно. Не вернусь. Бью без промаха. Двойная оплата. Как от этого придурка выманить? Смотрите и учитесь. Это выходит, что он увидит. Сейчас посмотрим. Ну нет, нормально все. Сейчас он повернется. Старый и новый. Все. Серег, моя гордость. Идем. Слушаю вас внимательно. Это момент истины. Мне надо того чувака звалить как можно быстрее. Все или ничего, это трагедия. Главное не растратить зря.
патронов много потратили. Я тут подумала. По идее, он не должен увидеть труп. Так, относи. Два патрона снайперских потратились, это очень много. Любой каприз за ваши деньги. Так, куда? Что, у нас новый план? А, чё, тащил так далеко? Ну? Ну ладно. Держимся плана. Что такое? И взяли. Рука устала. Ты справишься, Кейти. Мы посмотрим. Так. Деньги хорошие, местечко. Я вся внимание. Будет по-моему. Легче, легче. Ничего, я дотащу. Да, я кое-что вспомнил. Снайпер! Иду. Моя гордость. Мне что, весь день это таскать? Как? Мне нужно, чтобы хоть один патрон остался, на самом деле. Они меня не остановят, пока не рухнет. Так. Я не промажу. Дорога скуба ее без промаха. А что такое? Это же Флэкстер! Там одна деревенщина! Ха! Зато с ружьями. Чую неприятность, моя гордость. Ха, интересно. Слишком далеко? Вот, отбивай, а я тут последний патрон. Попал. Снайпера отсюда просто убрать надо было. Так, все, снайперских выстрелов внимаем. Теперь начинается с Декухом. Задача выманивать их сюда. Плащ есть? Есть. Рамон Альмадюва. Альмадюр. Трусы вы все! Найди в лесу гризли и с ним поговори. Мы одни против всего света. Двойная оплата. Так. Не, без меня. Сейчас буду с Декухом. Сейчас. За мной держит за мной. Веди меня. До самого конца. Как поживаешь? Вижу, отлично. Давай, взяли. Нет. Так. Я думаю. Это же Флэкстер. Там одна деревенщина. А если пробовать здесь пройти? Зато с ружьями. Может, зайдешь ко мне на минутку? Слушай, веди меня. Не высовывайся. Готово. Не время расслабляться. Кто там на свете забыл? Один есть. Окей. Иду. Хватит валять дурака. Как нечего делать? Хорош! Я не в настроении. Тихо. Прятаться будем, да? Это за дядю Ед. Все или ничего? Я включу. Можно вас на минуту? Чем могу помочь? А кто вас видит дальше? А никто вас дальше не видит. У меня еще много чего интересного. Какой у тебя голосок чудесный.
заберем эту штуковину. Идем. Что, нравилось? Как скажешь, сладко. Посмотрим. А может, нам? Я весь внимание. Счастливо оставаться. Эй, так нечестно. Да, туда смотри. Ха! Да, я слушаю. Сейчас, я думаю. Да-да, конечно. Все, что пожелаешь. Так, стой там. Скажи ко мне. Да куда ты, твою мать? Я слушаю. У меня их полно. А, зараза. Не тот угол. Мелочь нужна. А? Вот смотри на тебя. Какой у тебя голосок чудес. Не годится. У меня еще много чего интересного. Я тут весь день сладкий. Сейчас. Слишком громко будет, я думаю. Ну-ка. У тебя сейчас есть свобода. Да. Ну, патроны есть, в принципе. Сейчас, ну так что, ну что, пошумим. Не все услышат, да? Какое? Прямо по самому моменту истинности. Нужна подмога! Нифига, ну зона. Да, через забор они все-таки слышат. Вот в домах нет, а через забор, да. Мы тебя выманить. Все помнят. Как считаете? Я тут. А, не вопрос, мелочь. У тебя сейчас есть свободный. Какой у тебя голосок чудес. Что? Смотрите. Вот это было хорошо. Вот это было просто отлично. А? Мастерство не пропивается. Пока. Пока. Конечно. Все. Идеально. Так, давай-ка трупы отсюда уберем. Нет, не ты. Ну так, чтобы не приманивать. Дальше начинаем прикалываться. Потому что дальше мы начинаем прикалываться чисто по фану. А, женщина никак не выманить. Потому что она the woman, охранник в пончо, стрелок. Надо было одеться потеплее. Мы одни против всего света. Вот это да. Явное предначертание в промышленном воплощении. Интересно, как часто эта пила становится причиной несчастных случаев? Подумываете сами устроить несчастный случай? На вид она так ничего острая. Мост сам себя не взорвет. Интересно. Ждем только вас. Мне нравится то, что я слышу. Отвлечем их. Разрешите поинтересоваться?
Так. Сейчас она встанет здесь, может попробовать ее вырубить. Ну, понятно. Нет. Тяжелый клиент. Будет помочь. О, да, это было тоненько. Но мы смогли. Сначала динамит, потом мост. Нехило они тут развернулись. Лежи и не двигайся. О, я гадливый. Взяли. Отлично. Ладно, пойдемте. Пока он соображал, что куда, мы все сделали. Так. Пока не рухнет занавес. Мне нужно очень четко поймать, когда он развернется. Как ты меня видишь вообще? Хорошим надо попасть вот сюда. Мы еще не закончили. Не пойдем ко мне в номер. Отлично. Вижу, отлично. Давай, ты этого не видишь, да? Ну, в принципе, всех убивать-то не надо, можно просто проникнуть аккуратно. Фух, прохладное нынче утро. Пора за работу. О-о-о. Конечно. Сидим. Надо брать поправку на ветер. Иду. Холодно-то. Смотрите и учите. Отвернись. Тебя во мне, дружище. Неприятный ты персонаж. Причем надо все тихненько сделать. Я даже, кстати, не знаю, как это убивать. Я понял. Ну давай хотя бы только патрон соберем. Сейчас патронами что 3. А, ты можешь просто туда зайти. Давай, поворачивайся. Ну. Пригодится, спасибо. Поворачивайся. Короче, этого можно и не мочить, короче, пофиг. Именно какого именно челика? Слушаю вас внимательно. Теперь вопрос. Надо зачистить все вокруг поезда, да? Плащ есть? Нет плаща. Сплошные стрелки. Ну, прекрасно. Ну и сколько нам еще ждать? Мне нравится то, что я слышу.
Сейчас или никогда. Да, у него рядом проход есть, но это через низ. Вот он, проход. Тут подняться нельзя. Хотя тут можно спуститься, в принципе. Я отсюда попробую отработать. Да ну нахрен мне это все надо. Так. Что такое? Поторопимся. Клиент всегда прав. Мне, кстати, интересно. Да, соглашусь. Чисто технически он отсюда попадет в плотину? Скорее всего, нет. Я не промажу. Идем, идем. Просто откуда ему убежать-то? Бью без труда. Ага. Дорога сквозь ад. Моя гордость. Все. То есть ему надо будет пробежаться довольно неплохо так. Ладно. Так что продолжим. Окручу их вокруг пальца. Держи их за мной. Момент. О, да, детка. Все, путь. Кто там на свете зажился? Может подобраться поближе. Работаем, пацаны. Становится тяжко. Какой ажиотаж. Пора сплюнуть. Не упусти шанса, радость моя. Лечу за тобой, крошка. Смотрите и учитесь. Обойдемся без смертоубийств. Взяли. Так. Куда? Устроим им ад. Готово. Не время расслабляться. Все. Вперед. Корень наших проблем. Хватило одного взгляда. Как насчет где-нибудь уединиться? О, да, детка. Это была молния. Мост, вижу, это... Ну, да. Иду. Снова. Иду. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хорошо бабахнуло. Ну, тут что? Ждем только вас. Главное, чтобы рабочие нас не заметили. Мы остановим это. Они меня не остановят. Смотрите и учите. Иди за мной, моя сладость. Лечу за тобой, крошка. Кто там на свете зажился? Ну, начнем обойдемся без смертоубийств. Взяли. Ну, начнем. Трупы, 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 еее. Ну, изи же. Правда, то, что сейчас будет непонятно. Поднимется тревога, скорее всего, при взрыве. Надо будет к поезду всех подтянуть. Тоже будет нетривиальная задача. Убивать всех этих придурков я точно не собираюсь. Так-то. Смотрите и учитесь. Тяжеловато. Без проблем. Так. Обо мне не беспокойтесь. Ту-ту-ту-ту-ту. Столько трупов на самом деле. Маньяки. Натуральные маньяки. Вот доктор будет протяжеловать и бежать через все это. Ну, большому счету какая разница. Надо подточить. Все равно проснется же. Так, сохраняемся. Держимся плана. Бьё без трона. Найс. Мама дорогая. Да вы не шутили, да? Что за чёрт? Подать сюда ублюдка, который это сделал! Красотища. Теперь черед Гектора.
Стоп. А, вот ты где. Ну, как так? Что? Какое свинство? Подожди. Ладно. Не высовываемся. Врача вызывали. Понял. Я не промажу. А ему откуда стрелять тогда? Посмотрим. Свинство. Бью без промаха. Не нравится мне. Что такое? Я не промажу. Так. Сосредоточься, балда! Благодарю вас, господа. А теперь давайте поспешим на поезд. Теперь можно не думать о незаметности. Сейчас начнется адский ад. Если желаете пополнить боеприпасы на складе, сейчас самое время. Они где-то здесь. Продолжайте. Никому здесь не пройти. Что, мне обратно, что ли, прорываться? Я бы пока не за входом следи. И чё? Как мне Макой отсюда уйти? Моя гордость. Пока я здесь, никто не пролезет. Увидите, хватит на сегодня. Они не могли далеко уйти. Еще и неприятности. Нашедший забирает своих домов. Нет. Не получилось. Ой. Все свое, да ее без права. Я почему думал, что будет попроще, ну ладно. Ну да, то есть получается какой-то бред. Ну ладно. Этот чертов поезд никто не захватит. Благодарю вас, господа. А теперь давайте поспешим на поезд. Теперь можно не думать о незаметности. Сейчас начнется адский ад. Если желаете пополнить боеприпасы на складе, сейчас самое время. О, тут снайпер. Кто это у нас тут прокрасться хочет? Тихо. Да блин, забыл все. Так, надо сохраниться до того. Мост, да, взрывается красиво, окей. Забываю сохраниться вообще. Пока я здесь, никто не пролезет. Так. Благодарю вас, господа. А теперь давайте поспешим на поезд. Теперь можно не думать о незаметности. Сейчас начнется отец. Если желаете пополнить припасы на складе, сейчас не самое. Сейчас, подожди, мне просто интересно. Благодарю вас, господа. А теперь... Кому выдевают? Они тут рассредоточатся. Вот ведь пронырливые ублюдки. Не дайте им уйти. Кто-нибудь нашел? Нет. Никому здесь не пройти. Стоять! Вот ты где! Да блин, очень долгая анимация. Ладно, я понял. А теперь давайте поспешим на поезд. Теперь можно не думать о незаметности. Сейчас начнется адский ад. Если желаете пополнить боеприпасы на складе, сейчас самое время. Этот чертов поезд никто не захватит.
все готово. Так. Я так не играю. Почему Макой оказался здесь тогда? Что за логика? Теперь давайте поспешим на поезд. Теперь можно не думать о незаметности. Ах, ладно, с местом. Сейчас начнется адский ад. Если желаете пополнить боеприпасы на складе... Плащей нет. Ждем только вас. Звучит несложно. Женщина. Опа, лесбиянка. Ладно, катится. Я тут, амиго. Идем. У тебя сейчас есть свободное да, время? Я слушаю. Чем вижу. Поторопимся. Пора, смотри в оба. Вот тебе сюда нельзя. Чего вы стоите? Все стоять! Сюда! Пора зажигать. Смотри, суровый мужчина. Ну и кто это тут у нас? Ай! Меня это все совсем не бесит. Давайте поспешим на поезд. А кто, интересно, а? Думать о незаметности. Сейчас начнется адский ад. Если желаете пополнить боеприпасы на складе, сейчас самое время. Ой, не то сделал. Ай! Они тут развернулись. Куда отнести? Тебе все рады. Иногда, конечно, управление бесит. Ладно. А теперь давайте поспешим на поезд. Ну это бесит, то есть я... Нужно не думать о незаметности. И в том порядке все делать будет теперь. Если желаете пополнить боеприпасы на складе, сейчас самое время. Да не хочу я пополнять какие-то нахер боеприпасы вашим, ну я... Складе. Так. Чем всем от меня надо? Звучит несложно. Этот чертов поезд никто не захватит. Чаровница к вашим услугам. Я тут, амиго. Сосредоточься, балда! Не вопрос. Держимся плавно. Главное подобраться поближе. Идем. Есть. И... Взяли. Корень наших проблем. Оставьте это мне. Это придется прорываться к Макою, чтобы оттуда его вытащить. Вы симпатичны. Я могу помочь. Надо подточить. Все готово. Так. В принципе, можно попробовать через туннель его провести. Тут перелезть, убить. Хотя... Тут же никого нет. Да, просто нет. Ну же, амиго, пошумим. Пора взять пару. Не очень удобно.
устроим им ад. Ладно, это все оказалось проще, чем я думал. Ладно, пофиг. Просто ними взбесило меня то, что я вынужден этим заниматься. Ну, прикольно, но... Пора браться я за тобой. Я тут нож изгодится. Пока. Как считаете? Ну? Да, я слушаю. Подточить. Этот есть. Сначала динамит, потом мост. Сделаем все по-быстрому. Ну так что? Сделаем все по-быстрому. Вот и славно. Все, макой валим. Да плевать. Они над нами. Все. А, надо было наоборот. Пора зажигать. Че, надо подождать, пока типа все успокоится? Все типа успокоилось. Уплыли. Давайте все в поезд. Поехали. Уехали. Ну да, если бы я шел, получается, от... ну, получается, я правильно сделал, что к поезду разместился, потому что я в итоге наоборот делал. А если бы я в лоб делал, было бы геморройнее гораздо. А так нормально. Пришел, зарезал, дождь пошел. Клево. Но... темно, темно на всей земле. Опять поезд сломали. Абсолютно. Я с Дэвидом еще не закончила. Лучше бы вы остались на ранчо. Лучше покажите карты. Как скажете. Черт. Сегодня не мой день. Еще раз? Мне хватит. Я предупреждал. Он мухлюет. Будто с тобой надо мухлевать. Наконец-то. Поверьте. Ожидание того стоило. Так что, насчет поезда? Да ну его. В Новый Орлеан мы и так доберемся. А что в Новом Орлеане? Да так, награда за одну голову. Фрэнк, мы едем в Новый Орлеан. Фрэнк, да? Знаю я эту голову. Теперь работает на Дэвида. Я взгляну. Какой старый портрет. Давно идет эта охота? Давно, но в Новом Орлеане закончится. У всех тут свои тайны. Да. Очень вкусно, Гектор. А я же говорил. Только чуть-чуть пересолил. А по мне так не досолил. Значит, Кейт, нам с тобой больше достанется. Я не говорю, что не хочу добавки. Просто не приправлено. Заткнись, Макой. Все ругают Макоя. Не используй огнестрельное оружие. Ну. Катящимися бревнами там где-то есть. Интересно. 2 часа, блин. Принес.
Ну, плащи прям геморрой, на самом деле. Жесть какая. Да, вот здесь я долго мучился. Тут мне дошло, что можешь это сделать. 7-8 загрузок. Чистка вокруг поезда. Ну, нормально, нормально. Пам-пам. Шестьдесят пять убийств, охренеть. Всех зарезал, слушайте. 66 даже убийств. О, глава вторая. Фига. Чёртово ущелье, глава 3. Глава 2. Воспоминания переносят нас в прошлое, юный Джон Купер ждет возвращения отца. Эль Каньон Дель Дьябло, или Чёртово ущелье. Легендарное место, не зря получившее свое имя. Чья только кровь здесь не лилась. Сперва тут жили индейцы, потом поселенцы, золотоискатели. И наконец им на смену пришли бандиты. И каждый, кто приходил позже, заливал эту пыльную землю кровью предшественников. Однажды сюда со своими людьми заявился человек по имени Фрэнк, и заявил на это место свои права. Немало охотников за головами пытались до него добраться. Одного из таких охотников звали Джеймс Купер. Так, сейчас я свет включу, а то темно уже. Гроза, гроза. Джеймс Финимор Купер, наверное. Интересно, это связано? Идти. Так. Не залакало, пацану. Сколько всего в игре миссий подозрели, понятия не имею.
Я думаю, у главы 3, как всегда, 3 акта. Мне надо добраться к папе. Он точно тут не один. Ищите! И мост караульте, чтоб никто не прошел! А то ж. Так близко у меня ничего не получится. Попробую кометнуть нож. Да, я смогу. Куда метнуть? Хорошо, что я их прихватил. Ага, уже в пути. Сейчас. Их так много. Сделаем. Так. Да. Не вопрос. Мне куда надо? Если тут... Ага. Я бы на его месте оказался, если бы отлить не пошел. Сейчас или никогда. Тихо. Пусть с ним все будет хорошо. Иду. Все будет. Так, надо прицелиться. Конец. Прости меня, господи. Я все сделал. Нашел нож. Ой, это папа? Нет, это не папа. Как думаешь, много их вокруг? А, да уже разбираюсь. Флешбэк, да. Скорее всего. Просто интересно. Я справлюсь. Черт, они труп нашли. Фрэнк за него отомстит. Окей. Иду. Конечно, идем. У меня их много осталось. Слышал сейчас. Хватит. А! А я нормально. Что тут не один? Ищите в рассыпную. Я все сделаю. Ты поспешишь, людей успешишь. Он точно тут не один. Ищите в рассыпную. И мост караульте, чтоб никто не прошел. Я справлюсь. Так близко у меня ничего не получится. Попробую кометнуть нож. Да, я смогу. А че такое он пошел? Сделаю. Иду. Эй! Как? Он точно тут не... Что-то я не понимаю, я рандомно? И мост караульте, чтоб никто не прошел. Что-то... А, этот заглючил. Раз. Я все сделаю. Так близко у меня ничего не получится. Попробую кометнуть нож. Пусть с ним все будет хорошо. Я понял. Не получится. Попробую кометнуть нож. Я справлюсь. Ну и кто это тут у нас? На! Ничего не понимаю, а в прошлый раз они по-другому стояли. Попробую кометнуть нож. Да, я смогу. Больно. Иду. Красиво лег. Отлично, он тут. Пусть с ним все так много. Конечно, идем. Добрый мальчик. Есть. Я все сделаю. Иду. Сделаю. Я справлюсь. Так. Все будет. Нашел. Что за дерьмо? Фрэнк за него. Черт. Они труп нашли.
Хорошо, что я их прихватил. Слышали? Ну давай. Сейчас или никогда. Там что-то есть. Дженкинс, мать твою. 15 шагов. Бедняга, мне будет его не хватать. У меня их много осталось. Орел или решка? Ага, сейчас. Так. Зараза, как ты меня увидела? А, сейчас тихо. Труп нашли. Кому фальшивых монеток? А? Иду. Сделаю. От меня не уйдешь! Нет. Подожди-ка. Труп нашли. Кому фальшивых монеток? Ну давай, я вернись. Там что-то было. Ну давай. Да. Хорошо, что я их прихватил. Бедняга, мне будет его не хватать. А-а-а. Все будет. Так. Довольно интересный момент. У меня их много осталось. Орел или решка? Еще время тратить. 15 шагов. Думаешь, он видел этого парня перед смертью? Теперь-то какая разница? Так. Я справлюсь. Есть. Сделай. Пусть так. Папа должен быть тут. Через ворота мне никак не пройти. Фига трупов. Надо найти другой путь. Тоже. Иду. Так, надо прицелиться. Да, не вопрос. Надо идти. Что? Эй, мелкий! А ну стой! Я справлюсь. Гранд случайно нет? Все будет. Ну давай. Ага, уже в пути. Ловкие тут все, пипец. Я все сделаю. Так. Надо идти. А то ж. Интересно. Сейчас или никогда. Да блин. Не беси я меня. Справлюсь. Нет, ты справишься. Иду. Атош. Атош. Атош, картош. Я все сделал. О, куда? Твою мать. Надо идти. А, что это плюс? Кому фальшивых монеток? А? Пусть с ним все будет хорошо. Да. Не ну может. Да, я туплю, да. Все. Конечно. Идем. Эй! Нет, не получится. Я справлюсь. Я ж труп внесу. Че я сюда лез, так спрашивается? А че, он по столбу не может? Че не понимаю? Че сюда лез-то? Хорошо, что я их прихватил. Ну давай, я верну. Слышали? Сейчас или никогда. Иду.
Какого черта тогда я сюда лез? Атош. Атош, картош. Подожди. Ага, уже в пути. Ну-ка. Ну давай. Сейчас или никогда. Понимаю, сейчас скажите. То есть мне надо пройти именно здесь, потому что здесь он не лазает. Все сделаю. Надо идти. 15 шагов. Тревога! Тревога! Сейчас. Ищи, ищи. Выезжай их упусти. Ладно, парни. Парни, продолжайте искать. Ищи, 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 ищи. Хватит на сегодня. Спокойно. Проще так сделать просто. Ну, отлично. Сделай. Пусть с ним все будет хорошо. Да. Ладно. Нет. Я справлюсь. Как они туда забрались? Конечно. Идем. Они не могли далеко уйти. Фрэнк был прав. Бэээ. Так. Подожди, поднимайся. Зачем я это делаю? Нет, нафиг, спускайся. Пусть с ним все будет хорошо. Сделаю. Ну давай. Поднимайся. Я понял, что делать. Ладно, хрен с ним. Да. Да. Тревога! Все, минус. А почему он не может по столбу забраться, понять не могу. В общем, столб то неровный, он брык какой-то, ладно. Они где-то здесь, продолжайте искать. Они где-то тут, сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Хорошо, эти сволочи. Ищем, ищем. Качественно, да. Ищем, нельзя их упустить. Хватит на сегодня сюрпризов. Отличная работа, парни. С меня выпивка. Конечно. Идем. Наша. Есть. Все. Забираемся. Я иду, пап. Кладбище красивое. Из хорошей, плохой, злой, кстати, походу. Ну, была там такая обстановка. Твой последний шанс. Я пришел один. Брехня. Ты убил моего друга. Передавай ему привет. Хорошо, ножик метнул. Отпустите его. Так-так. А ты кто такой? Я Джон Купер. И я тебя убью. Да ладно. И как ты это сделаешь? Оставьте его. Вот в мое время первое, чему отец учил сына, это стрелять из кольта. Сволочь. Один точный выстрел. Всего один. Ну, время не ждет. Ч
Считаю до трех. Раз. Два. Я знаю, Джон. Три. Постановка, конечно, 10 из 10, пацаны. Это просто очень круто. А, офигеть. А, офигеть. Трещит. Где это я? Где, черт возьми, остальные? Так, начнем с главного. Доброе утро, Гек. Доброе утро, мисс. Чертовски горячая ночка. Вообще-то, я даже не помню, как тут оказался и как мы познакомились. Совсем ничего не помнишь, да? Я Рози, жена шерифа. Мне прям очень надо к моим друзьям. Бьянка? В чем дело, милый? Потерял что-то в эту жаркую ночь? Не возражаешь, если я это одолжу? Конечно, но пообещай, что вернешь. Так, Гектор, ты сможешь. Слушай, я сожалею, но, понимаешь, мне правда пока, надо... Пока, Гектор. Пока. Ладно, пора найти остальных и Бьянку. Ой, Гектор. Все, все, пойди прочь, негодник. Не волнуйся за меня, все будет в порядке. И танцы. Вот как женщину обхаживать-то надо. Окей. Да просто голова кружится. Кулак. Свист. Так. Я справ... Башка гудит, как набат. Грязь. Грязь — это следы. А у меня ножища большие. Что это? Я тебя арестую. И это все. Ну сейчас сначала. Я загрузился, сохранился. Уже иду. Башка гудит, как набат. По грязи следы. Ну это хорошо, грязь. Что это? Грязь — это следы. А у меня ножищи большие. Этот парень, он меня ищет? Башка раскалывается. Следы вижу. Иди. Эй, я что тебе сделал? Трахнул жену шерифа, я так понимаю. Иди-ка сюда. Гектор и не с таким справлялся. Господи, какой бардак здесь. Так, это наша. Ты уверен? Все знаки указывают сюда. Ты что, следопыт?
Да иди ты, Хокинс. Новый элемент управления грязью. Пусть поедет, кто там дрыхнет. Ну, не важно. Я справлюсь. Вот дерьмо. Надо найти остальных. Так. Ты не Бьянка, конечно. Но справишься, да? Будем искать, пока кого-нибудь не найдем. Эй, Омбра! Не важно. Это мое. Нужно просто... Может быть. Во рту пересохло. Наехало народ. Зачем это вообще им понадобилось? Да кто же их знает, чужаков этих. Сдается мне, мы что-то важное упускаем. Не думай об этом. Мы их найдем и перестрелим. Музыка великолепная совершенно. Так. И что, я сюда собрался? Да просто прикройте. Так. Вот тут мы разошлись. Нафиг, указывай сюда. Ты что, следопыт? Да иди ты, Хокинс. Надо с этого приманить. Во рту пересохло. Сараза. Непонятно. Тут нет никого. Хочешь пойти и сказать об этом? Так. Нифига народу, господи, пушка стоит. А пулемет. Пушка. Сейф. По-моему, кто-то хорошо ночью погулял, а мне кажется. И проснулся. Сейф лежит, пушка что-то болтается. Тут что-то снесло. И жена шерифа в сарае. Вот 100%, ребят. Ребята хорошо погуляли. Зачем это вообще понадобилось? Да кто же их знает? Чужаков этих. Ой, лоу. Мы что-то важное упускаем. Не думай об этом. Мы их найдем и пристрелим. Не понимаю. Хотя есть вариант. Знаете, какой? Уже иду. Ты ищи следы. Все знаки указывают сюда. Ты что? Да иди ты, Хокинс. Вот так и не шевелись. Бывает. Сдавать нельзя, наверное. Я справлюсь. Тут нет никого. Хочешь пойти и сказать об этом шерифу? Не-не-не, у него сегодня настроение кого-нибудь повесить. Будем искать, пока кого-нибудь не найдем. Я говорю, они просто хорошо погуляли. Все закончилось тем, что Гектор, то есть, вытащили сейф, вытащили пушку, разгромили город. Гектор в итоге еще и трахнул жену шерифа, и шериф такой, what the fuck? Лол, так. Прям то, что этих не поеду, как по одному вымыть никак. Зачем это вообще им понадобилось? Да кто же их знает? Да. Чужаков этих. Да, как... Сдается мне, мы что-то важное упускаем. Не думай об этом. Мы их найдем и перестрелим. Вот так вышибем из них двух. Во рту пересохло. Вы мне нужны. Ага. Уже иду. Пришло время. Должно сработать. Все готово. А, сейчас. Вот вы где. Ты уверена? Все знаки указывают сюда. Ты что, следопыт? Сюда. Да иди ты, Хокинс. Кажется, прикройте уши. Я все слышу. Твою мать. Я справлюсь.
мне мерещится? Тебе там не торча. Эй, стой! Я тебя арестую. Ну, почти. Хорошо. Это мое. Без пришлого. Прикройте уши. А, хотя зачем? Вы мне нужны. Нет. Ты не Бьянка. Тут нет никого. Хочешь пойти и сказать об этом шире? Я все слышу. Твою мать. Я знаю, что ты Вена. Меня так просто неплохо. Нужно подкрепляться. Я тебя арестую. Да почему? Должно выдержать. Хокинс. Кажется, вы мне нужны. Нужно просто стоять прямо. Ха. Вставай давай. Привет, амиго. Меня как будто лошадь всю ночь пинала. Будем искать, пока кого-нибудь не найдем. Так, один есть. Угу. Я тоже ни хрена не остался. Зачем это вообще им понадобилось? Да кто же их знает? Чужаков эти. Сдается мне, мы что-то важное упускаем. Не думай об этом. Мы их найдем и пристрелим. Так. Просто нужно стоять ровно. Тихо. Указывает сюда. Ты что, следопыт? Да иди ты, Хокинс. Конечно, конечно. Ага, уже иду. Тут нет никого. Хочешь пойти и сказать об этом шерифу? Не-не-не, у него сегодня настроение кого-нибудь повесить. Будем искать, пока кого-нибудь не найдем. Да, я справлюсь. Да блин. Кажется, вы мне нужны. Вместо кравлей, вместо бьянки грабли. Да поспешил. Поднимайся давай. Привет, амиго. Меня как будто лошадь всю ночь пинала. Хочешь пойти и сказать об этом шерифу? Не-не-не, у него сегодня настроение кого-нибудь повесить. Уже. Будем искать, пока кого-нибудь не найдем. Спокойно. Конечно, конечно. Так. У меня их полно. Так. Просто нужно стоять ровно. Я справлюсь. Аллилуйя, блин. Зачем это вообще им понадобилось? Да кто же их знает? Чужаков эти. Сдается мне, мы что-то важное упускаем. Не думай об этом. Мы их найдем. Нет. Должно выдержать. Да. Без проблем. Гектор и не с таким справлялся. Ты уверен? Все знаки указывают сюда. Ты что, следопыт? Да иди ты, Хокин. Гора скалывается.
Конечно. Ну, одну секунду. А? Вот так и не шире. Вроде как. Все отлично. Где его в прачечную, не знаю. Да, да, конечно. Иди-ка сюда. Да, я иду. В глаза. Так. Вставай давай. Спокойно. Эй, Кейт, слышите меня? Мамочка. Голова раскалывается. Где док? Поговорить надо, напарнички. Что я такого выпила? Да, да, я сейчас. О! О! Что произошло, черт возьми? Где док? Я только помню, как пила в салоне. А? Да не могли мы так упиться с этих помоев. Ну, что бы там ни было, местных мы впечатлили по самое не могу. Никому не кажется, что мы упускаем что-то очень-очень важное? О, пароход. Он говорил, что отплытие утром. Да ладно. Этот милейший человек нас ждет до сих пор. Все равно. Давайте пошевеливаться. Что мы тут забыли? Мне бы, кстати, не помешала маскировка. Давайте найдем дока и свалим отсюда к черту. Хорошо, хорошо. Найдем дока, сядем на корабль и забудем всю эту историю. Ой, лол, ой, лол, ой, с вами сдохнуть, может, ребята. Так. Нифига тут плащ. Где док-то, ё-моё? Док-то где? Этот тоже упился. Два плаща, лол. А где док? Угу. Увидимся на месте. Ну-ка. Так, ладно, следите за мной. Можно вас? Рушитель! Ты пойдешь со мной! Так. Хорошо. Дай мне минуту. Да просто голова кружится. Через задание. Надо теперь искать дока. Прикройте уши. Я справлю. Еще время тратить. Ой, моя голова. Нет? А, он в понче. Так, тут никакой зоны нет. Нет. Вы хотите сказать мне, что выход один? Позже. Да. Позже. Так. Наехала народ. Сейчас. Твою мать. Ага, прикройте. А мне-то какое дело? Ой, моя голова. А, ты пойдешь со мной. Нет, не годится. А, сели, встали. У меня их полно. Так, посмотрим.
Просто нужно стоять ровно. Я понял. Здесь тебя никто не видит. Ага. Одну секунду. Слышали? Я с ними. Я их в любом состоянии уделаю. А топор мой где? Мне кажется, оружие масло. Так, я понял. Ну, примерно нормально. Так, дорогая, держись. Ладно, у меня их полно. Одну секунду. У меня их полно. Одну секунду. Без проблем. Конечно. У меня их полно. Так, посмотрим. Блин. Ладно. Конечно. У меня их полно. Так, я посмотрим. Их в любом состоянии уняю. Я справлюсь. А топор мой где? Мне кажется, оружие мы оставили на корабле. И чья это была гениальная мысль? Угу. Я тебя резу. Зараза. Да. Да, конечно. Приготовились? У меня их полно. Я их в любом состоянии удел. Конечно. А топор мой где? Понятно. Без проблем. Я не успеваю. Хорошего надо сделать так. Я справлюсь. Есть. Я их уберу. А топор мой где? Мне кажется, оружие мы оставили на корабле. И чья это была гениальная мысль? Вот так. Конечно. Конечно. Я понял, окей. Уже иду. Без проблем. Прикройте уши. У меня их полно. Так, да, я смотрю. Их в любом состоянии. Я их уберу. А топор мой где? Мне кажется, оружие мы оставили на корабле. И чья это была гениальная мысль? О, тяжело-то как. Фу, надо все равно подождать. И понесли. Так. Не вопрос. Что дальше? Без проблем. Не достанешь. Во рту пересохло. Башка раскалывается. Чьи это следы? От нас не спрятаться. Это шериф хочет с вами поговорить. Да, все. Хватит с тобой возиться. Знаешь, что мы делаем с нарушителями закона? Что? Шериф хочет с вами поговорить. Конечно, конечно. Это официальное расследование. Что вы вытворили, блин? Я тут. Тихо. Шериф, спокойно. Можно потише. Уже ползу. Ой, блин.
Уже ползу. Все как в тумане. Я с ними разберусь. Ага. Уже иду. Конечно. Конечно. Это пушка. Куда нацелена эта пушка? Банковский сейф. По виду тяжелый, как смертный грех. Это сюда. И разнесла водокачку. Водокачку из пушки по водокачке. Ай, не могу, лоу. Господи, боже мой, какой бред. Да просто я так обрывки разговоров там слышу. Так, идем обратно. Разнесла водокачку. Разве кто-то мог бы так точно рассчитать угол рикошета? Господи, посмотрите на это! Ребята погуляли. Корова на балконе. Бардак. Работа дока. Ну, это бардак. То есть они еще, видите, там знак какой-то сбили. Не думаю я, что это человечьих рук дело. Тут что-то крепко не то. Ага, колдунство. По-любому колдунство, пацаны. Где док-то, твою мать? Корову на остров отправили, тоже нормальная. Тут можно что-то уронить. Так. Ребята с НАТО погуляли, конечно. Интересно. Без проблем. Я не думаю, что это поможет. Я справлюсь. Так, по приколу. Я тебя арестую. Да, не получилось. Так оно не работает. Сейф сюда что, приволокли? Или его откуда-то сбросили? В чем дело? Нужно просто стоять прямо. Первый раз такие следы. Тут что-то крепко не то. Так. Я справлюсь. Прикройте уши. Не, хрен там. Хотя... Блин, какой-то бред. Батюшка. А как я вырублю вам плаща? Да ладно. Наверное, как-то вырублю. Это грабли, конечно. Топор. Он топором пытался сейф скрыть. Деньги на выпивку кончились. Покер, турнир по покеру. Я прям предчувствую. Дичная история. Подожди. Смысла сюда идти никакого вообще. Никак ничему не поможет. Хотя
наверх сказать. Да просто голова кружится. Во рту пересохло. Прикройте уши. А ну вылезай. Ой, моя голова. Я их... Вот так и не шевелись. Так. Говно. Так, а где я? Ой, заново. Вот этого как-то надо сбить. А этому мешает вот этот товарищ. Примем. Слушайте, пойду я поем, я 6 часов стримлю уже. А это завтра продолжим тогда. Тихонечку. Да я что-то жрать хочу, помираю. А потом понял, что я последний раз ел вчера днем. Так. 3 часа одного, 3 часа другого. Нормально. Значит, где-то давайте тогда... Сколько у нас времени сейчас? 5 часов. Давайте в 7 тогда продолжим, но с Нетстормом. А Desperados продолжится завтра где-то в 2. Окей? Все, всем огромное спасибо, кто смотрел. Не забудьте подписаться на канал и поддержать стрим.